С добрым утром всех. Да? Будешь икринку? Не будет. Икра ему не нравится. Мы сегодня спали до 10. Ну как спала? За стенкой пылесосили, кашляли, орали. А я делала вид, что я спала. Ладно, буду продолжать завтракать. И продолжать день воскресный. Судьба одного Деда Мороза уже предрешена. Он отправляется в сумку до следующего года. Мне почему-то стало стыдно, что он там висит один, как дурачок. Уже никого нету. Его сверстников и его компаньонов. А он висит. Осталось еще вот там вот тоже все убрать. И все. И будет у меня... Не будет у меня Нового года. Ну и вот это вот все убрать. Тоже вот листья у Чарли тут уже попадали в это. В общем, да. Ну это потом, когда вернусь. Сейчас неохота. На солнце жарко, а в тени холодно. Такая вот погода. 17 градусов. Мы на пляж направляемся. На пляж направляемся в путь. Я хотела ехать на машине, потом что-то при выходе подумала, думаю, куда я позвоню мужу, где он там путлякается. Ой, что-то в ногу вступил. Вот. Ну, я ему сказала свои планы, он говорит, ну да, идите, я потом заберу. Так что идем пешкарусом до пляжа, там прогульнемся. Потом хочу на заправку в магазин зайти, чечевицу купить и все-таки сварить суп, потому что я там колбаски достала, чурису и марсию. Марсия – это кровяная колбаска. Надо их израсходовать. Не знаю. Сварить, в общем, суп надо. Да. Что-то я вчера опомнилась, уже 8 вечера, но неохота было никуда собираться, ехать в магазин. Думаю, завтра съезжу. Еще бы фруктовый мой магазин можно было бы зайти. Картошки нету. У меня, знаете, дома, если нет картошки и яиц, значит, не знаю почему так, но по ощущениям, как будто дома, значит, нечего есть. Хотя я не очень часто делаю картошку, не варю там ее, ничего, но она должна всегда быть. Ну, хотя оно так и есть, потому что, смотрите, нет ничего дома поесть. Пожарил картошку с яйцом. Вот тебе уже и полноценный, скажем так, обед. Поэтому, вот правда, если нет яиц и картошки, то все, дома, значит, нечего пожрать. Очень много людей здесь ходят, поэтому идем окольными путями. Там, по-моему, даже йогой занимаются. Группа людей. Я так думаю. Потому что часто... Можно встретить здесь людей, которые занимаются йогой. Они вон там занимались. Там дети бегут. Но я сейчас выйду на такую территорию, где нет ни детей, ни людей. В поля, в общем. Прогуляюсь. Пробздюсь. Километров 6-7, наверное. Быстрым шагом. И заодно растрясусь немного. Как всегда, остановка на завтрак. Все по расписанию. Там картошка скоро зацветет. Вкусная травка здесь почему-то. Ему больше всего нравится именно этот участок.
короче, мы приехали вот в этот бар. Пиво пить с тапами, как всегда. Все, позвонили сестры, сказали, поехали, и все. Там... Я за шофера, как всегда. Пока мало народу, вот так вот, в обычном баре здесь, в испанском. Мы вообще любим за барной стойкой сидеть. Вот, но сейчас за стол сели, сейчас нам принесут покушать. Я себе заказала безалкогольное пиво, и это вот нут с требухой, чурисо, очень вкусно, это типика испаниш, как говорится. Ням-ням, приятного аппетита. А это у мужа, он мне не дает, это как фритио называется, на тосте. Но, no tengo camera. Смотрите, какая-то рядом с домом, ну как рядом, в 5 минутах мы живем там. Это вот улица новая, у нас ремонт тут был. В общем, мы идем в другой бар. Точнее, ну они уже в баре, я машину парковала. Ну так и ходим из одного бара в другой. Пробуем разные тапы. Я, кстати, в спортивной форме. Как была на пляже, так и была. Здесь все так. Здесь... Нет, конечно, есть люди, которые нарядные. Смотрите, какая вот эта штука интересная. Вот это сердце, а там эти пробки пластиковые. Смотрите, видите, сюда выкидывают кому-нибудь на лечение. Одна крышка, одна улыбка. Ну надо же, никогда не обращал на это внимания. В общем, вот так. Два там пива, вот два тут. И наелся. Смотрите, это тоже тапа. Помните, я вам показывала ава? Вот это вот как фасолька. Вот это достается, как горох. И с салом ест. Но это не мне. А я себе рис заказала. Вы знаете, что я сейчас вспомнила? В общем, сестра сейчас взяла, разбила тарелку здесь. Вот. И я помню, что вот в России, когда в этих меню на задней странице было написано, сколько сплатить за разбитую тарелку. И там суммы такие были довольно-таки приличные. Здесь же все собрал, пришел камарер, это официант. Вот. И ну, мы так еще посмеялись, что типа это руки-крюки. И никто, естественно, ни за что не будет брать деньги, ни за какую разбитую тарелку. В общем, а мне, я вот просто сидела и что-то вспомнилось мне такое. Думаю, блин, а у нас бы давно бы уже за это деньги взяли, еще бы посмотрели косо, если бы, наверное, даже не поругались. Может быть, все уже изменилось, я не знаю, но... Напишите в комментариях, что у вас вот в таких случаях делают, когда разбивается либо стакан, либо тарелка. Берут за это деньги или это, как говорится, все уже включено. Мне вот осталось немного. Это пиво с газировкой, как лимонад, пиво безалкогольное. Газировка вот такая, кстати. Вот, видите, она без сахара, без всего, с пивом. Есть вот с вином подают, но я люблю больше с пивом. Ну все, такая вот и красивая. Пленку на голову надеваю, чтобы не воняло и не мазалось. Вот, а сегодня мы еще сидели в этом. Мы когда сидели, я же завтра поеду одна, муж останется дома. И что-то... Заговорили за еду, и я говорю мужу, выбирай, говорю, что завтра будешь есть, у этой сестры или у этой сестры. Вот, ну, естественно, одна живет в другом городе, вот, говорит, ой, да, да. И начали, вот знаете, у них такие отношения, прям можно обзавидоваться, потому что сестра начала, что я тебе приготовлю, что ты хочешь, хочешь это, хочешь то, хочешь третье, хочешь 10-5, хочешь 10-е. Он ей такой, да говорит, что ты приготовишь, то и это. Нет, я вот знаю, тебе вот это нравится, тебе вот то нравится. Это старшая сестра, она всегда, ну как бы, заботилась, да. Их четверо в семье, и вот она заботилась о всех своих младших
сестрах и братьях, потому что, ну, мать у них работала, ну, как в обычных семьях, да, старшие ухаживают за младшими. И вот они у них с братом как бы такие особые отношения. И вот она сразу, что тебе это приготовлю, то приготовлю. У меня, кстати, муж иногда, даже не иногда, раньше вообще часто ездил к ней кушать. Заезжал так, мне только пришлет сообщение, я у сестры. Ну, а я и рада. Все мне меньше готовить, но еще он оттуда всегда что-нибудь привозит. Вкусняшки какие-нибудь. Кстати, другая сестра нам сегодня привезла вот эти. У них есть огород, я вам говорила. Помните, черемоя, которую я в России возила, она нам принесла. И вот такие вот апельсины тоже с огорода она своего привезла. Какие, гляньте, апельсин какой здоровенный. А, тут и мандарин, оказывается, есть. Ну, надо же, я не знала. Слушайте, тут и мандарины есть. Мандарины это, наверное, мне, потому что она знает, я люблю мандарины. В общем, да, у них такие отношения, что можно позавидовать. Как они начали это. Что тебе приготовить, и то, и все, и что ты хочешь, и самые вкусняшки. Так что вот так вот. Я завтра... А, ну да, я завтра не буду дома есть. Хотя у меня макарон там, блин, на целую неделю. Но у меня муж не любит макароны и макаронные изделия, поэтому как бы пускай идет туда кушать. Вот такие дела. Сейчас через полчаса буду красавицей. Чай завариваю себе. Чай без кофеиновый с этим, с бергамотом. У меня еще мед есть. Мне он так нравится, вы знаете. Ну, как вот, как с только вот с конфетками, когда ешь, такой вот, ну, привыкли к жидкому. А этот прям кусковой такой, прям вкусненький. А что это я в такой маленькой? Мне в такой не надо. Я люблю большие кружки. Уж что пить, так пить. А что это? Малюсенький-то. Вот такая голубая получилась. Ну, голубизна сойдет. Прям вот тут раздражение такое от краски и пощипливает. А вот раздражение пройдет. Ой, раздражение. Ну и раздражение пройдет. Голубизна пройдет и должен остаться приятный цвет. Такие вот дела. Не стала сушить ничего, само высохнет пускай. Буду сейчас домонтирую и буду отдыхать. Вроде голова пошла. Но после таблеток, знаете, такое ощущение какое-то. И еще спать я не люблю. Почему днем спать? Потому что потом у меня как-то состояние-нестояние. И поэтому вот сейчас у меня вроде бы как и спать хочу, и не хочу. И глаза такие тяжелые-тяжелые. В общем, да. Ну ладно. Это, наверное, просто я переспала. Я привыкла вставать в 8:30. Не надо было до 10 лежать, слушать пылесос соседский. Надо было вставать. Ну... Иногда хочется поваляться в кровати. Сегодня не буду закрывать жалюзи, потому что надо мне встать завтра пораньше. С Чарли погулять. Ну, в общем, все увидите завтра. Завтра у нас будет с вами шопинг-влог. Скидочки. Я одна еду. Поэтому у меня будет все время, как здесь говорят, todo el tiempo del mundo. Все время, мировое время. Никто меня не будет торопить, никто меня не будет... подгонять, буду предоставлен только сама себе и камере. Кстати, надо ее сейчас поставить на зарядку. А то, вы знаете, я такой блохер, что поеду, у меня ни телефон заряжен, ни камера, нифига, ничего. И часы тоже надо зарядить. Так что всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока.